почему вы столь предубежденно относитесь к товарищу Штокхаузену? Да потому что я не люблю Подхалим. Он сначала по Берлину строем ходил, а теперь образцовым коммунистом стал. Вы несправедливы к нему. Товарищ Штокхаузен уже во времена Второй мировой был врачом и ученым, доктором медицинских наук. Да хватит его оправдывать, Храс. Не нравится он мне. Не за то, кем он был или не был. Он вечно попросту суетится и лижет зад начальству. Вот и все. Закрыли тему. Получили доступ к научному полигону. В будущем в таких местах вы будете находить ценное вооружение. Вот они, ваши научные штучки. Все бы вам в светлом будущем маячить перед носом Честограда. Не нахожу комментариев на ваше высказывание. Вот и замечательно. Идем смотреть, что за вооружение обеспечивает мое будущее. Задачи магнитно-механического цеха полигона номер один. Пункт первый. Изготовление образцов для всех видов испытаний и исследований. Пункт второй. Изготовление корпусов для поршневых и термических установок. Пункт третий. Плоская круглошлифовальная, а также электроэрозионная обработка деталей. Это что? Особый транспортер ценных грузов. Или товарищ Мутягин, как его в шутку прозвали сотрудники. Ценные грузы – это хорошо. А что же он за ком? В его основе лежит прототип вечного полимерного двигателя, который заставляет… Скучно. Короче. Термические установки на полигоне номер один работают на основе Архимедова винта и тепловой энергии термосферы свеча. Установки генерируют 2 миллиона киловатт-часов электричества. Этого достаточно, чтобы поддерживать полигонный комплекс в рабочем состоянии на протяжении года. Thank you.
Внимание всем сотрудникам полигона номер один. При срабатывании сигнала о начале испытаний в цехе просьба немедленно покинуть зону испытаний во избежание несчастных случаев. Помните, советский человек всегда бдителен на производстве. Работник предприятия 3826 бдителен в войне. Что в недрах гражданских полигонов можно найти доступ к современному оружию. Наука всегда очень тесно сопряжена с войной. Это у тебя так программы заложены? Скажем, это мое убеждение. Даже мультфильмы, которые вы так любите, начинались с революционных разработок разведки. Как это ни прискорбно, именно война является двигателем прогресса. Не знаю, откуда у перчатки вдруг убеждения, но хоть по мне и не скажешь, я замер. И мультики. Гражданский полигон. Новое вооружение. Именно. Я думал, предприятие 3826. История все больше про гражданские разработки, покорение космоса и улучшение урожайности пшеницы. Мечты и рвения специалистов предприятия 3826 не знают границ. Это вотчина академика Сечи, где в равной мере присутствуют разработки новейших переносных телефонов, плодоносных яблок и наиболее комфортных. Какие условия необходимы, чтобы существование человека за пределами земной атмосферы не отличался от его привычной жизни. На полигоне номер 6 вы можете наблюдать один из подобных экспериментов. Возможно ли будущим поколениям, освоившим космическое пространство, смотреть кинофильмы в невесомости?
Ответ нам всем известен. Советский человек может все. Как в качестве пулья для бригад ПЧ-9, так и для привода электрического генератора и обеспечения электроэнергии всего полигонного состава. Есть кто еще такой? Задачи проектного отдела полигона номер 6. Пункт 1. Получение и сопровождение разрешения на строительство новых испытательных цепов.
Второй. Разработка эскизов для реконструкции, ремонтов, строительства новых помещений и сооружений. Пункт третий. Составление проектно-сметной документации на строительство. Пункт четвертый. Подготовка технических заданий на проектирование.
разные модели. От простейших роботов с базовыми программами поведения до современных антропоморфных андроидов с продвинутым искусственным интеллектом. Последний образец подобной продукции – робо-андроид Терешкова. Эксперимент предназначен для моделирования замкнутой самоочищающейся системы. Построен для проведения практических опытов с количеством поступающего в помещение кислорода. Эксперименты в данном отделе призваны обеспечить советских граждан пригодными для длительного существования убежищами в случае природного или искусственного уничтожения экосистемы планеты. Thank you.
является предназначен для обеспечения рабочих и специалистов. Транспорт в обычных климатических подрайонах. Массы изделия составляет 14,4 квадратных метров. На данный момент блок контейнера используется точно в качестве
Вы обнаружены противником. Вероятно, скоро врагов станет больше. Еще один контейнер с металлоломом завезли. Придется здесь задержаться. Товарищ майор, мы получили доступ к научному полигону. В будущем в таких местах вы будете находить ценное вооружение. Вот они, ваши научные штучки. Все бы вам в светлом будущем маячить перед носом Честнограда. Не нахожу комментариев на ваше высказывание. Вот и замечательно. Идем смотреть, что за вооружение обеспечивает мое будущее. Сейсмические испытания необходимы для сбора информации об износостойкости стройматериалов, а также зданий и сооружений под сейсмонагрузкой. На данном полигоне они проводятся на специальной виброплатформе, имитирующей сейсмические колебания советской земли. Результаты испытаний призваны обеспечить безопасность советских граждан, проживающих в строениях, спроектированных бригадами предприятия 3826.
гидравлические испытания – это комплекс мероприятий, призванный изучить гидравлические свойства полимеров различной классификации и типов. Испытания проводятся на разных этапах эксплуатации вещества, модулируются различные аварийные ситуации и изучаются методы их ликвидации. В данном цехе можно наблюдать симуляцию полимерного затопления. Помещается в резервуар с красным полимером, исследуя поведение как строительных материалов самого контейнера, так и находящихся внутри контейнера кубки. Это что? Особый транспортер ценных грузов. Или товарищ Лутягин, как его в шутку прозвали сотрудники. Ценный груз – это хорошо. А что же он за ком? В его основе лежит прототип вечного полимерного двигателя, который заставляет… Скучно. Короче. Он быстро перемещается между заданными точками. Стоит его отпустить. Да он стоит намертво. Сломался ваш вечный двигатель. Не ископал.
Что в недрах гражданских полигонов можно найти доступ к современному оружию. Наука всегда очень тесно сопряжена с войной. Это у тебя так программы заложены? Скажем, это мое убеждение. Даже мультфильмы, которые вы так любите, начинались с революционных разработок разведки. Как это ни прискорбно, именно война является двигателем прогресса. Не знаю, откуда у перчатки вдруг убеждения, но хоть по мне и не скажешь, я замер. И мультики.
Очередные катакомбы. Научный полигон, товарищ майор. И здесь должно быть оружие. Да неважно. Полигон, катакомбы. Выглядит одинаково. Найдем чертежи и пойдем дальше. Специально для международных поставок роботизированной силы в дружественные страны
Предприятие 3826 разработало высокопрочный герметичный контейнер «Сухой» для безопасной перевозки тяжеловесных грузов по морю. Контейнер «Сухой» выполнен из высококачественного гофрированного металла с применением спецсплава СПТ-5 тип М, немагнитного состава, обладающего нулевой магнитной проницаемостью. Благодаря данному свойству, возможность саботажа грузовых судов с помощью магнитных подводных мин сводится к минимуму. Товарищ Лутяк. Вы сильно помрачнели. Что именно не так? Ничего. Будто сон дурно приснился. И этот парень тоже был там. Возьмите себя в руки. Вы давно не спали, товарищ майор. Окажется, что я сейчас сплю. И кошмар снится. Это не кошмар. Это мираж. Будет лучше, товарищ майор. Шутка, что ли? Кому? Уходим отсюда. Так, что тут? Еще один научный полигон. Военные чертежи должны быть где-то здесь. Догадался.
Слушай, хранитель, откуда у тебя данные о военных разработках в якобы гражданских лабораториях? Тут ведь как? Я, скажем, устройство, созданное в чрезвычайных обстоятельствах для чрезвычайных ситуаций. Угу. Для агента по особым поручениям. Вы сами все прекрасно понимаете, товарищ майор. Или, возможно, скоро поймете. Полноразмерные антропоморфные испытательные приборы «Кукла» Р-9 созданы для изучения последствий различных столкновений травм, которые в экспериментальных условиях могут быть причинены живому человеческому организму. «Кукла» — это не просто копия человеческого тела. Это сложное полимерное устройство со множеством электронных датчиков, подключенных к центрам сбора инфографики. Датчики позволяют досконально фиксировать процессы, происходящие с манекеном во время потенциально опасных для жизни испытаний. Так, ладно, вскроем этого засранца.
На Земле человек точно знает, где верх, а где низ. Но что делать, если привычная сила тяжести исчезает? Человек оказывается в невесомости. Конечно, для организма это огромное испытание. Но что, если мы сможем адаптироваться к отсутствию гравитации? Именно для этого создан данный центр – исследовать возможность комфортной повседневной жизни в условиях, непривычных человеческому телу. Советский человек обязательно приспособится к любому новому способу жизни. Ведь на его стороне наука. Наука на службе народу. Оружие. Ладно. При возможности нам стоит поискать и другие научные полигоны. Thank you.
что ни полигон, вход всегда какой-то свинарник. Вынужден отметить, что рядовые сотрудники попадают на работу посредством фуникулерной линии, которая в данный момент не работает. Тоже мне. Метро. Свинарники — это дополнительные секретные входы для таких, как вы, товарищ майор. Знаешь что? Подробно исследуя труды Джеймса Максвелла и Генри Кавендиша, ученые предприятия 3826 усомнились в некоторых классических догматах иностранных коллег. Решили заново провести исторические эксперименты по изучению электромагнитного поля, а также геомагнетизма. На данном полигоне воссоздана специальная зона магнитных гравитационных стендов. Они имитируют различные потенциальные состояния магнитного поля Земли. С помощью подобной симуляции ученые планируют лучше изучить внутриземные источники планеты и найти способ их добычи и последующего применения на благо Советского Союза. Климат нашей страны в зимний период традиционно считается наряду с силой советской армии
решающим фактором неудач западноевропейских армий во время военных действий на территории СССР. Однако советским ученым было доказано, что танк Собиморос на самом деле защищает от болезней и эпидемий. Являясь естественным фильтром, он чистит воздух от пыли и грязи. Вирусы, бактерии, аллергены стремительно гибнут во время низких температур. Только при морозе воздух считается здоровым и даже целительным. Также полностью активизирует иммунитет. С помощью криогенных спецпринтеров в данном цехе воспроизведена модель натурального советского мороза, чтобы изучить как полезные, так и губительные его свойства. Thank you.
космических объектов не только из Земли, но и в космосе. В данном помещении расположено ответственность астрономов космонавтики, гравитационную силу планеты, при этом избегая воздействия гравитационных волн и излучений, которые в силу своей интенсивности могут оказать пагубное влияние на человеческий организм. Хочу сказать спасибо. Ты и вправду оказался полезен. Один бы я тут с ума сошел. Благодарю. Взаимно. Без вас я тоже никуда. Неужели? Вы моя батарейка. Ха, пошел. Только вместе с вами, товарищ майор. Обыщем полигон и делаем ноги. Нужно доставить Петрова как можно скорее. Внимательнее, товарищ майор. Территория предприятия «Сахалин» — непростое место. Разберемся. Остальные тоже знают, что были не прогулки в парке. Почему манекены в таких позах? Чем они вообще тут занимались? Кто их так поставил? Полагаю, машины стали так самостоятельно. Извращение. Посмотрите на это с другой стороны. Куклы управляются нейросетью «Коллектив», который, вероятно, получил доступ к образу мышления своих создателей. Вы видите в этом пошлость, а куклы, скорее всего, они ничего в этом не видели. Я и говорю, вопросы скорее к создателям. Вопросы скорее к тем, кто на это смотрит. Yeah.
Каждый думает в меру своей испорченности. Каждый думает в меру своей испорченности. Thank you.
Mm-hmm.